Развитие региона Южного Кавказа произойдет, но не скоро. Такого мнения придерживается 41% зрителей YouTube-канала CBC. Телеканал провел традиционный опрос аудитории своего интернет-ресурса, поставив вопрос: видите ли вы стремительное развитие региона Южного Кавказа в ближайшем будущем? 32% респондентов считает, что в ближайшей перспективе это маловероятно. В то же время 27% аудитории YouTube-канала CBC верят в то, что он превратится в регион мира и сотрудничества. В опросе приняли участие более 3000 человек.